Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео на моем канале. Именно благодаря этому комментарию вышел сегодняшний ролик. Я посчитал нужным заснять полное прохождение кейс Animatronix 2, ибо мне показалось это более альтернативным вариантом, точнее легким. Также перед началом прохождения данной игры я бы попросил подписаться вас на мой канал. Ведь процент смотрящих мои ролики без подписки 99% и 0,1%. Так что если тебе не сложно, то ты сделаешь мне приятное. Удачного просмотра. И еще должен предупредить, что я снимал нестандартным способом, то есть через компьютер. Так что если будут проявления лагов, то вы простите меня. С этим я ничего поделать не смогу. Странно, кроме меня здесь никого не должно быть. Схожу, проверю. Ах, ну да, еще и планшет. Департамент слишком полагается на эту новую систему наблюдения. Скоро, наверное, джойстики выдадут. И световые мечи в придачу. Сколько же все это стоит? Так, ясно, понятно. Ну что, удобная штука. Лет через 10 такие везде поставят. Но вот человека она все равно не заменит. Пойду осмотрюсь. Перехвалил. Батарея садится очень быстро. Нужно экономить заряд. Так, насколько я помню, у Бена в кабинете был зарядник. Черт возьми, это еще что? Мне нужно найти диспетчерскую и включить свет. Схема помещения была в моем кабинете. Приснится же такое. Так, уже полночь. Пора идти домой. Ночной вызов? Надеюсь, обойдется без выезда. Привет, Бишоп. Прекрасная ночь, не правда ли? Я уверен, что ты не помнишь меня. Много времени прошло с момента нашей последней встречи. Как тебе новая система камер наблюдения? Однажды ты забрал все, что у меня было. Теперь настало время платить по счетам. В вашем участке находятся отголоски моего прошлого. Попробуй собрать их. Посмотрим, чего ты стоишь на самом деле. Что за псих? Что со светом? Кажется, у меня дежавю. Надо бы сходить проверить счеток диспетчерской. Осталось найти электрический щит. Так лучше. Теперь нужно включить второй щиток. Охренеть! Вспомнил,
что-нибудь? Как тебе мой подарок? Нравится? Нравится, да? Он обожает, обожает Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Отлично. Кажется, теперь во всем здании есть свет. Больной ублюдок! Гигантская кошка? Что еще придумаешь? Так, надо держаться подальше от вентиляции. А, планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Thank you.
планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Замок сломан. Хотя отмычка из комнаты вещдоков могла бы решить проблему. Кажется, я понимаю, откуда могли взяться гигантские игрушки. Если они были вещественными доказательствами по одному из дел, это многое объясняет. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Замок сломан. Хотя отмычка из комнаты вещдоков могла бы решить проблему. Кажется, я понимаю, откуда могли взяться гигантские игрушки. Если они были вещественными доказательствами по одному из дел, это многое объясняет.
Бинго, попробуем вскрыть дверь. Вот черт, только этого мне сейчас не хватало. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Бинго, попробуем вскрыть дверь. Вот черт, только этого мне сейчас не хватало. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Бинго, попробуем вскрыть дверь. Вот черт, только этого мне сейчас не хватало. Планшет садится. У Бена в кабинете была зарядка. Бинго, попробуем вскрыть дверь. Вот черт, только этого мне сейчас не хватало.
странно, зарядник отключен. Так, посмотрим, что в компьютере. Так и знал, вирус. Это еще что? Игра? То есть ты хочешь, чтобы я ее прошел? Вот теперь зарядное устройство работает. Можно зарядить планшет. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Что ты хочешь, чтобы я вспомнил? Ты говоришь, я отнял у тебя все. Мой первый вызов, да, я помню его. Полный провал даже для зеленого новичка, только закончившего академию. Скотт Диджи, его жена и ребенок были убиты, а сам Скотт попал в реанимацию. Не знаю, почему он отказался говорить со мной. Из-за того, что я опустил убийцу? Но это глупо. Он сделал только хуже. Так или иначе, он явно винит меня в случившемся. Опять чертова кошка. Только не сейчас. Еще жив, Бишоп? Браво. Ты хорошая мышка для моей кошки. Мне нравится играть с тобой. В сейфе позади тебя лежит ключ-карта от комнаты допроса. Мышка заслужила кусочек сыра. Если в 3 часа ночи ты будешь еще жив, то получишь этот ключ. Выжить в этом аду до 3 ночи? Твою мать, сукин сын. Вот дерьмо. Только этого мне не хватало. Он что, отключает вентиляцию? Нужно срочно найти способ сбросить настройки управления вентиляцией в диспетчерской. Этот больной ублюдок явно хочет, чтобы я помучился. Надо продержаться до 3 часов. Мне нужен этот ключ. Познакомился с еще одним из моих творений. Твоя удача меня поражает. Давай повысим градус напряжения. Теперь все будет серьезно. Игрушки вышли на охоту. Обернись, тебя ждет сюрприз. Thank you.
Похоже, ты познакомился с еще одним из моих творений. Твоя удача меня поражает. Давай повысим градус напряжения. Теперь все будет серьезно. Игрушки вышли на охоту. Обернись, тебя ждет сюрприз. Игра затянулась, Бишоп, и ты играешь не по правилам. Я не могу позволить тебе уйти с этими документами. Знаешь, эта кошка напоминает мне мою Эмму. Я скучаю по ней. То, что я сделал с этим ублюдком, не вернуло мне спокойствия. И тогда я понял, что должен наказать тебя за то, что ты его упустил. Жаль, что мои игрушки недостаточно хороши. Хотя, почему бы не повысить мощность? Прощай, Бишоп. Было забавно поиграть с тобой. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери. Твою мать, не та карта. Похоже, это ключ-карта от какой-то двери.